Значит, здесь все произошло. Так. Ну, показывайте. Куда пошли? Как здесь оказались? Ну, мы с мужем помирились и решили отметить. Приехали сюда. Муж поехал за рыбой к рыбакам. А мы с Семеном вдвоем остались. Вон там, вон сидели у костра. Вот, потом Семен, ну, выпил довольно много. Стал приставать. Я от него вырвалась и побежала вот туда. А там споткнулась об камень. Упала и все, больше ничего не помню. А бутылка? Как она здесь оказалась? О, у Семена вырвало, чтобы больше не пил. Показывайте, где лежали. Вот, вот там вот лежала. Угу. Там кто-то третий был. Ты знаешь, кто он? Лицо сможешь опознать? Не сможет. Сейчас. Догонит она. Вон, с берега сюда не добраться. Ссадина могла получить при падении. Правильно все? Вот. Ну, куда теперь? Осталось опросить третьего фигуранта. Этого. Кирилла. Так. Но так мне уже все понятно. Но. Вляпалась дамочка по гланды. Да. Товарищ полковник, подозреваемый плохо. Да придуривается она. Ладно, когда высадимся, врача срочно от греха подальше. Пойдем, с рыбаками поговорим. Ну что, совсем плохо? Нормально. Мы стояли здесь. Его яхта была приблизительно вот тут. Все время на виду. Мотор заглох? Угу. Как думаете, до берега с яхты доплыть можно? Туда и обратно. Вплавь? Вряд ли. Ну, если на надувной лодке с мотором. Да. Да вы с хозяином поговорите. Ага. Я сам разберусь, с кем мне говорить. Смотрите, где хотите. Мне скрывать нечего. Если бы у меня была лодка, я бы доплыл до берега, и, возможно, этого бы не произошло. Как вы думаете, что могло произойти между вашей бывшей женой и Семеном Головлевым? Я могу только предположить. Я всегда знал, что Семен был в нее влюблен. Но он был моим лучшим другом и никогда лишнего себе не позволял. Вика тоже ему симпатизировала. У них был роман? Возможно. Возможно, возник после нашего развода. Разводились мы бурно. А потом я подумал, ну чего собачиться? И дети страдают. И я решил отвезти Вику к детям. Они здесь неподалеку в пансионате отдыхали. Вика, видимо, надеялась, что мы опять сойдемся. Сказал, наверное, об этом Семену, и Семен приревновал. До сих пор не могу поверить, что все так произошло. У меня вопросов больше нет. Ну что, господа, я могу покинуть город? Мне детей надо в Москву отвезти, и дел по бизнесу накопилось. Конечно. Езжайте. Только возьми все под протокол. Угу. Будем дело в суд передавать. Есть. Спасибо, Федор Алексеевич. Сколько я должен? Да ерунда все. Проблемы могут возникнуть. Вот здесь вот еще подпишите. Ты же сказал, что все решил. Свидетели могут появиться, которые видели.
лодку на твоей яхте, когда ты в бухту уходил. Нет, ты не волнуйся, никто ничего не скажет, все под контролем. Иначе ты сразу перейдешь из ранга свидетеля в подозреваемого. Сколько сумму назови? Эх, Кирилл Валентинович, Кирилл Валентинович, сколько я тебе помогал. Деньги – это, конечно, хорошо, но сейчас меня интересует другое. Чего ты хочешь? Твоя доля, Семенов, в бизнесе Кулаева. У тебя пупок не развяжется, а? Ты и так уже руку по локоть в мой карман запустил. Ну тогда не скули. Отпусти, а то сейчас увидишь, что на меня нападение при исполнении вообще тогда не оберешься. Ну и? Ладно. Готовь документы. Вот и славно. Ну что? Поздравляю. Вы беременны. Можете одеваться. Мы закончили. На выход. Мне нужно срочно поговорить с Федором Алексеевичем. Пожалуйста. Я ему передам. Идем. Ну что звала? Мне нужно поговорить с Кириллом. А его нет, он в Москву уехал. Я не знала. А мой адвокат приехала? Я ничего не слышал. Тебе предоставят общественного защитника. Да, я в курсе твоего положения, но вряд ли тебе это поможет. Все-таки преднамеренное убийство, пятнашка светит. Господи! Богородица, Дева Заступница, умоляю тебя, помоги, спаси и сохрани, помоги моей внучке, Господи, сотвори чудо, избави ее от тюрьмы, прошу тебя, Господи, прошу тебя, умоляю, Господи. Простите меня, я не вовремя, я адвокат из Москвы. Здрасте. Тихо, тихо. Милая! Тихо. Ну, успокойтесь. Милая! Тихо, 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 тихо. Ну, что вы, что вы? А, помоги. Ну, не надо, милая. Помоги. Чудо ты мое. Успокойтесь. Тебя Бог послал, ну, мне, все, Господи. Ну, не надо. Спаси и сохрани. Все будет хорошо. Помилуй, все, Господи. Будет хорошо. Альбина Григорьевна, здравствуй, Вика. Я уж думала, вы не приедете. Ну, что ты, как я могла? Я была в командировке, а когда вернулась, сразу к вам. Я не убивала. Вы мне верите? Хотя бы вы. Верю. А знаете почему? Вам не нужна была смерть Семена, а у Кирилла был мотив. Я ознакомилась с делом. Прокурор строит версию на вашем Семеном романе. Что? А вот о том, что вы с Семеном мешали Кириллу, об этом ни слова. Мы мешали? Каким образом? Кирилл не мог позволить Семену выйти из бизнеса и ополовинить весь их общий капитал. А потом еще стерпеть, что Семен вам помогал, это вообще не входило в его планы. Поэтому примирение было уловкой, чтобы заманить вас сюда. Он с вами помирился, вызвал вас сюда, убил Семена и вас подставил. Но он же в то время на яхте находился. Кирилл мог нанять убийцу и любить сам. Незаметно для рыбаков приплыть на лодке, а потом вернуться на яхту. Лодку утопить. Поэтому-то лодку и не обнаружили на яхте. Но я уверена, что лодка там была. Я просто уверена. Подождите, лодка.
Вы имеете в виду надувную лодку? Да. Лодка была. Была? Она была на яхте, когда мы плыли в бухту. А вы в этом уверены? Следователь меня не спрашивал о ней, я поэтому ему ничего не рассказала. Подождите, Кирилл, он не смог бы так поступить. Он же отец моих детей. Он не такой, вы что? Кирилл зверь. И вы с Семеном сами не желая того. Вы его просто загнали в угол. Я... Что от него ребенка? Что? О, Господи ты, Боже мой. Зачем ты туда поехал? Зачем? Что? Я сделал только то, что ты сказала. Я хотел отдать Вике детей. Семен навязался. Хотел поддержать морально. Поддержал. Кто ж мог знать, что так все закончится? Прости меня, пожалуйста. Я даже предположить не могла, что все так произойдет. Ты ни в чем не виновата. Никто не мог знать этого. Нет, я виновата. Не виновата. Скажи мне, отец сильно переживает? Я с ним поговорю. Я все ему объясню. Спасибо. Я тебя прошу, только ты не переживай, ладно? Да. Наше соболезнование. Большая потеря. Она бы не была такой большой, если бы в убийстве не обвиняли мать моих детей. Анжелика, ты не могла бы нас оставить. Итак, к делу. У покойного Семена Михайловича нет наследников. И согласно уставу вашей фирмы, единственным правопреемником его доли являетесь вы, Кирилл Валентинович. Когда будете переоформлять документы, учтите, что доля в приморском бизнесе нам больше не принадлежит. Я потом объясню детали. Хорошо. Давид Варазович, у меня к вам будет просьба. Не говорите, пожалуйста, Паршину о наших личных недопониманиях с Семеном. Ну что, Кирилл Валентинович, обижаете. Я ведь на вас работаю, так что в моих же интересах вам всячески помогать, а не вредить. Спасибо, я это ценю. Благодарю. Твой Кирилл прямо магнит для неприятностей. Даже твой прошлый наркоман меньше проблем доставлял. Папа, Кирилл, он ни в чем не виноват. Он сам не находит себе места из-за Вики. Ну, ты же понимаешь, что когда мы будем вместе, все будет иначе. Я тебе обещаю, ты еще будешь гордиться своим зятем. Ну, пока гордиться нечем. Пойми, я начинаю политическую карьеру, и все неприятности вокруг меня ни к чему. Это потрясающе, пап. Я к тебе за помощью пришла, а ты мне говоришь только о себе. Успокойся, успокойся. Пока. Ты же знаешь, главное для меня твое счастье. Только со свадьбой не тяните. Пора начинать новую жизнь. Ты самый лучший в мире отец. Знаешь об этом? Знаю. Давай мы теперь за благополучное завершение и за тебя, Роман Иванович. Молодец. Как всегда на высоте. А я вначале, честно говоря,
думал. Да. Товарищ полковник, разрешите? Тут к вам. Проходите. Добрый день. Что это? Запрос на проведение экспертизы. На наличие намеренной поломки мотора яхты Кирилла Кручинина и подводных поисков в акватории бухты в затопленной лодке. Но вообще-то дело закрыто и передано в суд. А вы отзовите. Отзовите. Тем более, что мотивация у вас хромает. Так же, как и квалификация обвинения. По статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть». Хотя смерть потерпевшего наступила вследствие утопления. Оставьте ваши доводы до суда. Хорошо. Я рассмотрю ваш запрос. Всего доброго. До свидания. До свидания. Да вообще тебя за это по головке не погладят. Да еще прокурор по шапке надает, скажет, ой-ой-ой, не справился. Ну зачем тебе это надо? Да я не собираюсь дело отзывать. Просто хотел от этой назойливой адвокатши отделаться. Учит меня расследование проводить. Чмо московское. Давай, за тебя. А хочешь, я покажу тебе список гостей на свадьбу и меню для утверждения? Подожди. Вот. Смотри. А в среду нужно утвердить эскиз свадебного платья. Можешь освободить для меня время? В среду у меня суд в Приморском. А платье? Я все хочу решать с тобой. Знаешь что? Ну и черт с ним, с этим судом. Никуда я не поеду. Именем Российской Федерации Приморский городской суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, выслушав обвинения и доводы защиты, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, беременность и двоих малолетних детей, суд счел возможным переквалифицировать статью обвинения со 111, часть 4, на 108 за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и приговорил Кручинину Викторию Александровну к наказанию с отбыванием в колонии общего режима сроком на 2 года. Заседание окончено. Невинную девку осудили! Бога вы не боитесь! Еще не все потеряно, подадим на апелляцию. А Кирилл где? Он не приехал, прислал вместо себя больничный. Ну, бабушка, не плачь, я прошу тебя. Я написала ему письмо, передайте, пожалуйста. Я ему рассказала о ребенке. Когда он узнает о нем, он расскажет мне всю правду. Не посмеет солгать, я уверена. Передайте ему обязательно, слышите? Хорошо. Тихо.
Вперед! Вперед давай! Поехали! Хватит кричать. Я прошу. Прекрати. Кирилл! Кому говорят? Кирилл! Иди по одному. Вещи к забору. Строимся. Выходим, выходим. Иди быстрее. 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 Вещи к забору. Строимся. Быстрее. Построились. Руки за спину. Направо. Вперед. За мной пошли. Да иди ты уже, в конце концов. Что это у тебя? Сигарет. Достань. Ну, хоть одну оставьте. Не положено. Пошла. Вперед. Кофту снимай. Руки выше. Вернись. Беременная, значит. Беременная. Так ты у нас, оказывается, не только мокрушница, но еще и подстилка. Нет, у меня муж. Муж у тебя. Под каждой березой. Вы не имеете права так со мной разговаривать. Фамилия? Кручинина. Запомни, Кручинина. Я имею право. Я здесь хозяйка. Захочу, в карцере сгною. А захочу, сортир языком вымоешь, понятно? Люба, не лютуй. Вафина, уводи. На выход. Принцесса тоже мне. Поршняем, быстрее. Держи. Работаем. Копытами шевели. Следующее. Тебя это тоже касается. По какой статье идешь? 108-я. Но я не убивала. Все так говорят. Стой. Вперед. Твоя шконка. А где все? На работе, скоро вернутся. Завтра с ними пойдешь. Работа на кухне. Готовить надо. Котлы мыть. Располагайся. Чем обязан? Виктория Александровна просила вам передать.
Что-то еще? Это ваше право. Но вы должны знать, Вика ждет ребенка. Извините, а я здесь при чем? Позвольте пояснить, моя жена за моей спиной изменяла мне с лучшим другом. Так что уж извините. Но ребенок его. Смелое заявление. У Семена-то мы с вами уже не спросим. Конечно. И за это мы должны сказать спасибо вашей клиентке. Да, и передайте, пожалуйста, Виктории Александровне, чтобы она больше не беспокоила меня или мою семью. У вас ко мне все? Не смею задерживать. Вы как хотите, но дети по суду имеют право общаться с матерью. Ну, а я считаю, что дети имеют право не общаться с матерью-уголовницей. До свидания. Это же вы засадили ее в тюрьму. Кошмары по ночам не мучают? Нет, у меня здоровый сон, но спасибо, что спросили. Что она хотела? Ничего, дорогая. Тема закрыта. Все просто. Ты никого не обижаешь, и тебя никто не обижает. Да. Ты не лезешь в свои дела. Ага. И к тебе никто не лезет. Поняла, Рита. Все очень просто, детка. Хорошо, хорошо, Рита. Ладно, присаживайся, чай побьем. Ну-ка, девоньки, стол организуем-ка. Слышь? Чё к тебе за хахарин, свидан, да кто вот, приходил? Познакомились с ним по переписке. Он приехал. Любит он тебя? Не знаю, наверное. Привет, я Карина. Чем занимается? Вика. Бабки имеются? Будем соседями, вы не против? Да живи. Красота моя! Слышь, ты свое получила, бабло вернуть не хочешь? И так уже задержала. Учишь тебя, учишь. Вот, больше не смогла. Слышь, Коля? Ты что, дурку-то дуркуешь? Не надо. Не бейте только. Не надо. Да вы что делаете? Уберите руки, да как вам не стыдно? Боюсь, боюсь. Ой. Опаньки! Вы глянь, солнышко-то какое нарисовалось, не сотрешь. Ты кто такая? Откуда? Расклад по мастям не знаешь, а в базар лезешь? Детка, так ведь самой недолго ответить. А? Поняла? Что делать? Что происходит? Все по местам. Готовимся к отбою. Крутик, тебя это тоже касается. Слышь, борзая какая. Угу, поняла. Отбой. Шум. Да, вот Любовь Петровна. Новенькая бузит. На людей бросается. Врешь. Это они на меня напали. Квартер ее. Меня-то за что? Я же защищалась. Они напали. Одевай. Шуму от тебя много. Быстрей. Всем спать. Иди. Спать, я сказала! А то в карцере всем места хватит. Спокойной ночи! Заходи. Thank you.
Подождем, пока уйдет. Ага. Пошли. Давай, давай. Убийца! 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 Ха-ха! Получай, бабка! Получай! А ну едь отсюда! Хулиганье! Хулиганье! Боже мой, боже мой. Тихо-тихо-тихо. Что? Плохо тебе? Держись. Вот. На. Держи. Запивай. Понимаешь, это же письмо из тюрьмы. Я запрос сделала, куда они девочку мою услали. Поможешь? Посылку-то отправить. Я боюсь, я сама просто не дойду. Отправлю все. Ты не беспокойся. А что собрала-то? Я сейчас. Ну? Что ж? Помоги мне. Давай. На-ка. Холодно и небось там. Господи, я носочки и связала. Пусть порадуется домашней одежонке. О, Господи. Вот печеница. Угу. Печеница, конфетки. Пусть порадуется. Угу. Я ей тут письмецо написала. Деточки. Деточки мои. Господи. Сироты при живой матери. Чтоб тебе пусто было, паразит проклятый. Погубил мою девочку. Да не мордуй ты себя так. Отсидит и вернется. Как по мертвой плачешь. Грех это. Да, ты права. Давай. Правильно, грех. Иди ты сядь. Права, я сейчас. Понимаешь, я от пенсии, вот. Фух, Господи. Я деньги отложила с пенсии. На вот, спрячь туда вот, в вещи. Ей нужнее. Да в посылку нельзя. А ты ему предосмотри. Нужно переводом переслать. Ой, опять. Опять твоя правда. Так. Кручинина. На выход. Заходи. Доброе утро. Нарушишь еще раз режим, пожалеешь. Понятно говорю? Не слышу. Понятно. Теперь марш работать и не филонить. Жди меня за дверью. Люд, ну что так взъелась? На новенькую, она же беременна. Ну ясно петь, что это Ритка со своими девками воду мутит. Ритка в отряде порядок держит, а это пусть не понтуется. Не на воле. Место свое должна знать. Все, свободно. Привет. Ну как, понравилась командировка? Могу еще одну устроить. С тобой должок, помнишь? Какой? Ну как, денег должна за прописку.
У меня нет денег. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. Может, до конца срока в карцере прописаться. Выбор всегда за тобой. Карина, покажи новенькой, что делать. Угу. Что делать? Берешь щетку, трешь котел, промываешь, все просто. Ты меня слышишь? Щетку берешь, котел промываешь, трешь. Карина, что такое прописка? Традиция такая. Взнос, который все новенькие Ритки платят. За то, что квартируются в нашем отряде. Но это же несправедливо. Почему все достается Рите? Это готово. Это помыть. А, хорошо. Ты, говорят, по 108-й загремела? Подставили меня. За то, что якобы друга мужа убила. Его компаньона по бизнесу. У тебя еще и муж есть. Сейчас многих мужья бросают после приговора. Кому охота молодые годы в одиночку куковать? Кирилл не такой. Я ему письмо написала, все рассказала. Когда он узнает, что я забеременела, он меня вытащит отсюда, что-нибудь придумает. Вот увидишь. Чего вы ждете? Надо начинать операцию. Если начнем сейчас, остаток точно убьет. Сержант, микрофон. Говорите четко, уверенно. И соглашайтесь на все его условия. Соль подай, пожалуйста. Пусть они выезжают в аэропорт. Мистер Харпер, вы молодец. Все под контролем, не волнуйтесь. Мистер Харпер, нельзя. Я смотрю, ты чем-то недовольна. А чему ты мне предлагаешь порадоваться, а? Может быть, тому, что ты пришел под утро? Или тому, что ты нашей супружеской постели предпочитаешь работу? Или не работу, а? Не говори ерунды. Я с ног валюсь от усталости. Ты меня разлюбил? Дай сюда. Да люблю я тебя, люблю. Только, пожалуйста, не надо напиваться по утрам. Возьми своих подруг, сходи куда-нибудь с ними. Отдохни. Займись чем-нибудь. Ты же дурью маешься от безделья. Я не хочу. Я не хочу с ними. Я хочу с тобой. Я очень по тебе скучаю. Полетим в Париж на эти выходные. Я тебя очень прошу, пожалуйста. Подожди. Место события наш репортер Антон Белобородов. Антон? Да, Василий. Ну что могу сказать? Фирма «Строймонтаж Столица» – типичный пример однодневной фирмы для отмывания денег. Пойдемте посмотрим. Фирма господина Пронькина заключала фиктивные договора на строительные подряды. После того, как деньги поступали на ее счет, они проходили по очень запутанной схеме, в которой нашему следствию предстоит... Пойду наверх. Потом они, соответственно, обналичивались и уходили в неизвестном направлении. Конечные получатели денег пока неизвестны. Давид, в чем дело? Ты должен был разобраться с этим строймонтажом сразу после обналички. Ну, мы же договаривались с тобой. Ну, не успел, Кирилл Валентинович. Не успел, не успел. А теперь, если этого Пронькина возьмут за одно мягкое место, он нас сразу сдаст. Юридически комар носа не подточит. Наоборот, мы, потерпевшая сторона, которая заказала работу недобросовестному подрядчику. Там на всех документах по обналичке только его подпись стоит. Да. Кирилл Валентинович, заняты? Ну ладно.
Иди работай. Ну, что там у тебя? Адвокат Виктория Александровна подала на апелляцию. А учитывая, что у вашей бывшей жены двое детей, и, как вы знаете, она беременна, то суд вышестоящей инстанции с большой долей вероятности может пересмотреть приговор и заменить реальный срок на условный. И что, она может выйти? Этого категорически нельзя допускать! Категорически! Что мы можем предпринять? Ну, мы можем написать протест, но только пользы от этого не будет. Надо думать. Ну так давай, давай, иди, думай! Она ни в коем случае не должна выйти и добраться до детей, поэтому думай! Стой! У меня есть идея. Доброе утро, Галя. Привет. Кому доброе? А тебя порадовать ничем не могу. В апелляции отказано. Вот копия постановления. Значит, будем подавать на условно-досрочное. А Рюмин чего хотел? Это тебя тоже не обрадует. Иск на лишение родительских прав твоей клиентки. Хорошее сегодня утро. Посмотри. Домом пахнет. Конфет хочешь? Давай. На, держи. Ой, много. Тысячу лет конфет не ела. Письмо. Спасибо. Это муж написал. Бабушка. А Кирилл? Ему давно должны были мое письмо передать. Я не знаю, почему не отвечает. Да нафига ты ему нужна? Небось, сопит под боком у другой бабы. А о тебе и думать забыл. Пошла на свой. Не обращай внимания. У тебя муж есть, у них вообще никого нет. Вот и пухнут от зависти. Ой. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Хорошие какие. Твои? Да, сын и дочка. Отдай! Отдай! Смотри, смотри! Отдай, я прошу тебя! Да вы что делаете? Да, я прошу вас! Отдайте фотографию! Прошу! Отдайте фотографию! Да, пожалуйста! Прошу вас! Да вы что делаете? Я прошу вас! Посылочка, разбирай! Ну-ка, дай. Че? Не глумись. Смотри, как это? Спрячь подальше. Спасибо. Слышь, малахульная, а мне тут нащебетали, тебе переводик нарисовался? Бабло, гони за прописку. Или запамятовала? Не связывайся, заплати. Заплати. Опа, 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 все, нормуль, присвои. Ну-ка. Ага. Что там еще? Столько же должна будешь. Почему? Ну как, у нас все по справедливости. Согласно, так сказать, доходам. Кто начерикал про богатого мужика? Ладно, давай играем, баба. Не расслабляемся. Это не я и про мужа сказала, клянусь. Я тебе верю. Тебя что, знобит? Господи, у тебя жар, тебе в санчасть нужно. Да я перекантуюсь. Ничего. Ну, давай, держись. Фотографию к тебе положу, ладно? Чего ты хочешь? Ты чего хочешь? Поперёк.
тут? Петя! Петя! Хорош орать, придурочная. А ну, заткнулись. И так еле уснули. Мало ли что человеку приснилось.